Так, вроде бы починил. Бабуль, я все починил, все нормально. Внучок, спускайся вниз. Что случилось, бабулька? Короче, я тебе один секрет расскажу. Только никому не говори. Ладно, что такое? Знаешь, у соседа сзади дома есть новый питомец. Что? Да ну, а как он туда попал? Ты что, не знал? У соседа есть питомец, теперь проверь, иди, сзади дома. Ладно, ребятишки, что нужно сделать? Нужно поставить лайк, потому что полицейский не пропустит вас туда. Полицейский? А где он, этот полицейский? Эй, Гадор, здорово! Привет. Я тебя не пропущу, пока не поставите лайк, все вместе, дружненько. Ребятишки, давайте прямо сейчас поставим лайк на этот ролик. И напишите комментарий, Адор, супер ролики. А, ну напишите комментарии, Адор, у тебя супер ролики. Я не знаю, ну зачем это писать? Короче, для вас есть секрет там сзади дома. Иди проверь. Соседа, только аккуратно, он тебя поймать может. Ладно, окей. А слушай, а где все Майнкрафт эти монстры? Ой, не знаю, то они появились, то исчезли, без понятия вообще. Так, я вас тут собрал не просто так. Вы выполняете работу, молодцы, очень хорошо. А когда мы не выполняли хорошо? Да, это точно. Короче, это еще не все. У меня есть кое-какие заначки для этого города. Вы не последние, так скажем. А кто еще будет в этом городе? Мне самому интересно. Мне кажется, это будут новые монстры из Майнкрафта. Все вам расскажи, все вам покажи. В общем, молодцы, так держать. Но нужно еще нашествие монстров в Майнкрафт в Dark Riddle. Так как этого недостаточно. Будет сделано. Если что, мы будем на помощи. Так, ладно. Пойду проверю, что там сзади дома у соседа. Блин. А? Неужто ли? Почему этот новый город я не видел? До этого? Странно. Ладно. Надо будет его потом проверить, что там с ним все нормально. Сосед! Ты кто такой? Что ты тут делаешь? Сосед, успокойся. Так, давайте обойдем. Я тут просто хожу. Что ты прикопался ко мне? Так, надо проверить сзади дома, есть ли там новый питомец. О ком он говорит вообще? Этот полицейский. И это мадам Агата. Так, детишки совсем сбредили. Эх, так, скоро Новый год, кстати. Эх, надо изменить свой дом. Перекрасить его. Что? Блин, ну вообще дает, конечно, сосед. Так, все, пока его нет, давайте пойдем посмотрим. Эй! Есть кто? Что? Неужели у соседа теперь есть питомец настоящий? С домиком? А он умеет стрелять? О! Что? Неужели этот питомец умеет стрелять? Собачка, ты сдурела или что? Тихо. Успокойся. Смотрите, сосед даже пришел. Я услышал, кто там стрелял. Не трогай мою овчарку. Успокойся, сосед. Давай не дури. Ах, так. Вот это да, посмотрите. Вместо этого скорпиона теперь собачка. Как это возможно? Смотри. Она тупит. Сосед, ты сдурел? Что происходит? Я не понял! Нет, он меня поймал. Вот это да! Мадам Агата, а ты чё меня не предупредила, что эта собака умеет стрелять? Внучок? Слышь, что? Чё такое? Повернись-ка ты к дому соседа. Посмотри, что там происходит, посмотри. Что там происходит? Что? Что? Что с собакой стало? Адор, она обезумела. Тебе нужно ее остановить. Что, Питер?
Привет, привет, давно не виделись. Что происходит в этом городе? То собака какая-то, то питомцы, что с ними? Я не знаю. Какая-то сраная дичь происходит снова. Наш город никогда не оставит покоя, кажется. И каждым разом какие-то новые монстры. Да, я согласен с тобой, это что такое? Как мне победить эту огромную овчарку, она меня съест? Тогда я предлагаю пойти оружку взять. Эй, осторожно будь. Да, полицейский, а ты просто будешь ходить, да, получается, по городу? Мне помогать будешь, нет? А, дочь, привет, иди сюда. Что? Все нормально у тебя? Да, давно не виделись. Да уж, это точно. Видел, да, что происходит в городе? Кажется, это еще не конец. Да, я вообще в шоке, каждый день какая-то дичь. Блин, я хочу сблизи посмотреть, как выглядит эта собака. Давай, оружку возьми, главное. Так, ладно, оружки при мне, посмотрите, я полный ящик прям собрал оружек. Давайте сейчас мы это все испробуем. Я предлагаю сперва начать с ловушек. Хадор, эта собака может тебя укусить, будь осторожен. Конечно, может укусить, это же овчарка. Очень опасная, ее укус может навредить тебе в целом, да, на твое здоровье. Так, ладно, пока. Соседа не видно, вроде бы он пропускает меня, хорошо. Так, я беру в руки вот эту первую ловушку, давайте посмотрим. Ё-моё! Что? Посмотрите! Что с ней стало? Сосед, ты что сделал? Так, молодец, все. Накормил его. Эту собаку протеином? Теперь эта собака огромная. Ха-ха-ха. Протеином? Ты знаешь, что качки пьют протеин? Ой, собаке тоже дал, видишь, какая огромная стала. Кто-то со мной разговаривает, кстати. Ну, тихо-тихо, сейчас меня спалит. Я с тобой не разговаривал. Ой, посмотрите. Это какая-то дичь. Я даже не знаю, как на это реагировать. И раз. Блин, я не попал в нее даже, прикинь. Да вас. На, смотрите. Вот она, эта собака, она огромная. Ау, заморозила меня. Тихо, отстань от меня. Ай, опять заморозила. Не может быть. А, поймал еще меня, гадюка. Так, тихо. Собачка, успокойся. Так, давай. И раз. Почему в нее не попал? Ну-ка, два. Где-то она тут. Сосед, успокойся. На, держи. Сосед, держи. Да не могу попасть в соседа. На, отлично. Теперь собачка. А, смотрите, в нее еще попасть надо. Как в нее попасть? У нее текстура нерабочая. Это нечестно. На. Посмотрите, она легла. Мордой вниз, давайте зубы посмотрим. Вау. Фантастика. Это жесть. Смотрите, рот какой огромный. Это просто жесть какая-то. И раз. А. Ничего не произошло. Тогда сейчас сделаем вот так. Подожди, не торопись, собачка. И... Двас! Нет! Она чуть меня не попала. Трис! Да не могу попасть в нее! Жесть! Опа! Смотрите, огромная! Она прям на меня нападает, кажется. Короче, ребята, надо валить, я не могу ее победить! Что происходит? Иди сюда! Нет! Я должен рассказать всем! Всем в городе, что происходит, какая-то дичь в этом городе. Это все, с вами был Ярик, который всем удачи, всем здрасте, спасибо, всего хорошего, делать добро, не зла, будьте, наверное, спасибо. И напишите комментарий, Адорчик, живи, потому что она может меня съесть в любую секунду. Все, на этом все, всем пока.